Ребята, всем привет, с вами Крошка Настя. Короче, это видео у меня про трейды в Adopt Me. Как вам известно, у нас вышел хэллоуинский ивент, и здесь добавили вот такого вот ультраредкого питомца за 60 тысяч конфет. Сегодня я сделаю его неоновым, и ушло на него 240 тысяч конфет. Это достаточно много. На одного из питомцев я затрейдилась с подписчицей, а еще одного мне другая подписчица подарила просто так. Спасибо большое. Ну что ж, сейчас я их буду прокачивать с помощью вот таких вот зелий. Я уже соединяю неонку, и посмотрите, как она красиво светится желтым цветом. Вот такой вот необычный питомец. У него есть даже лисий хвост, но вообще он называется индийская лиса. Какой-то странный на самом деле питомец, но он прикольный. Давайте поскорее посмотрим на него трейды. Давно мечтала о робуксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. Робуксы на этом сайте вы можете купить по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоит 198 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на Robuy вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. Также сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робуксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть кучу робуксов, выполнив простые условия для участия. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робуксов после оплаты. И круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg, ссылка на сайт в описании. Первый трейд уже, смотрите, какой интересный, неон легендарка. Я решила посмотреть, согласятся ли мне, просто чтобы знать, возможно ли за него вообще неон легу получить. И да, мне действительно согласны. Классненько. Второй трейд — это райд вот такого дракон. Он достаточно хорошо оценивается. Следующий трейд — флорет единорожка. Ну нет, маловато. Неон пчелка. Ну, такое. Она, конечно, тоже ультраредкая, но мой пэт все-таки круче. Снова неон легендарочка. Давайте узнаем, согласятся ли на эту, потому что она лучше, чем Церберус. И мне отклонили. Ну и ладно. Флазелька. Ну нет, я больше хочу питомцев. Ты серьезно? Он, кстати, потом согласился. Капец какой-то. О, райд вот такой вот слоник. Это прикольный питомец. Он почти как фурия оценивается. Вот столько всяких легендарок. Прикольненько, мне действительно согласятся. Короче, он отклонил, а сейчас кинул новый трейд и предлагает вместо тех пэтов вот такого вот кита. Отклонил, серьезно, зачем тогда было кидать трейд? Флорет павлин и флорет ленивец. Ну нет. О, вот этот дракон новый за 1000 робуксов, но я не хочу снова его 3 часа трейдить. Кто не видел прошлое видео, можете посмотреть. Я там все-таки нашла прикольный трейд на этого дракона. Вот такие вот всякие легендарочки. Ну, прикольно, целых 4 леги. Так, снова этот дракон, но уже райдовский. Но он с каждым днем будет падать в цене. И это печально. Неон Аликорн и Родзелька Флорет Китсуна. Давайте посмотрим, согласятся ли им, не отклонили. Серьезно? Так, подождите, он мне снова кинул трейд. Наверное, сейчас какую-то фигню поставит. Райд Тукан, зашибись. Убрал неон легендарку. О, райд вот такой вот питомец. Это классно, он оценивается как Фрост Фурия. Смотрите, сколько всяких легендарок. Но тут большинство из них не ценных, так что нет, такое себе. Снова легендарчики, уже получше леги. Неон Райт, ультраредкая такая вот собачка. Питомец за робуксы. Неон Флорайт, вот такой вот жук. Он, конечно, легендарный, но, к сожалению, плохо оценивается. Я подписчице сказала, чтобы она поменяла питомца, она поставила неон дракончика. Но это уже получше, но я хочу посмотреть еще трейды. О, вот это уже поинтереснее, неон Райт Феникс. А ну-ка, давайте посмотрим. У меня он, конечно, есть, но все равно я соглашусь, потому что этот питомец, я посмотрела, оценивается почти как кенгуру. И мне согласны на второй трейд, ура! Я наконец-то затрейдила эту мышку спустя 2,5 часа. Я очень довольна результатом. Это неон райд легендарка, которая хорошо оценивается. Смотрите, какая она прикольная. Еще моим любимым цветом светится. Ну вот, ребят, вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.